И всем бугагашечки, дорогие друзья и гости моего канала, Нептунчик здесь, и мы продолжаем проходить The Joy of Creation, режим истории. Итак, друзья, офисы, давайте же нажмем play и посмотрим, что нам подготовила игра, какие ужасы нам нужно пережить. Игру play, мать твою. Ладно, друзья, поехали. Говорю сразу, что я прохожу эту ночь после... Второй, то есть я не успел еще прочитать ваши комменты. Monstrous beings coming to get a helpless child from the shadows, poking their heads out from under the bed, peeking through the closet. Здесь герой говорит, что монстров как бы не бывает, как будто кошмар вышел в реальность. Than the actual nightmare itself. Mom came to rescue me, picked me up. Мама меня спасла. I was scared for my life. It was the scariest moment. Видимо, мама меня спасла, когда я был ребенком. I've never been a crybaby though. Even when I was a kid, people have told me they've never seen me cry. И когда я был маленький, люди говорят, что я никогда не кричал. Не плакал. Даже когда было очень страшно. Но что-то произошло очень странное этой ночью. Я был с мамой в это время снаружи. И именно здесь я впервые закричал. Не совсем понял, друзья, но... Вот он, крик. Ник? Я Ник, маленький Ник, а это мой папа. Он бежит меня спасти. Вау! Что происходит? Это нереально. Это не может быть реальностью. Это просто сон. Вау! Там кто-то есть, да? Что, Фредди? Фредди? Что ты делаешь? Нет, Фредди! О, боже! Так, друзья, какого хрена я знаю, что это за Фредди? Ну, конечно. Чувак, ты бежишь в своем собственном доме. Кто тебе поможет? Ну, зашибись. Догоняшки из Фредди. А почему наш главный герой знает, что это Фредди? Возможно, потому что это... Может быть, Скотт? То есть мы играем за Скотта, который сделал FNAF. Хотя, может, и нет. Так, мы спрятались от монстра, мы и мама, да? Фонарик может их отпугнуть. Ник, Сэм и еще кто-то там, в общем. С любовью. Подписано письмо? Друзья, офис. А сколько мы инди-ужастиков прошли на тему офиса, кто-нибудь помнит? На моей памяти это было 3 инди-ужастика, это... Это был Slender Office, это был вот недавно я приходил Locked Fear, то есть офисная тоже была тематика, и давно, очень давно мы приходили One Last Night, вроде бы так. Называлась игра одной поздней ночью, помните, да? Мы играли там, бегали, еще нажимали на ручку, чтобы успокоить свои нервишки, и там всякая непонятная хрень происходила. И вот по счастливому совпадению случаев мы играем и здесь тоже в офисе. Так, ладно, главное здесь внимательно слушать. О, я могу ходить. Круто. Часики здесь. Часики здесь. А где мне смотреть время? Ну, наверное, здесь, да? Потому что здесь 12 ночи, а там 6 вечера. 6:05. Так, ладно, давайте посмотрим, что мы можем делать. Так,
окна. Ага. То есть я в них смотреть не могу, я просто их подсвечиваю, да? Вот твою мать, какого хрена там делает Фредди? Боже! Фредди. Ну-ка. Никого нет. Он говорит, что установил камеры здесь когда-то очень давно, в этом доме. Ну-ка, давайте посмотрим. Три монитора, три камеры, да? Так. Ладно, а здесь? Тоже можно смотреть камерами, да? Это во дворе. Так, подожди. Эта камера, это, походу, дело дворик, да? То есть, то, что здесь. Значит, центральная камера, это, видимо, вот эта дверь. Да? То есть, это шкаф какой-то. Хотя нет, это коридор. А левый монитор, это левая дверь. Вот та. Хорошо. Ух ты. Чика? Привет, Чика. Вау! Я могу заглядывать под плакат. Там какой-то тайник. Сюда может приходить Чика? Через эту дырку, да? Так, ладно. Что еще можем посмотреть? Вентилятор. Отсылочка к ФНАФу, да, очевидно? Вау. Я что-то нашел в шкафу. Какая-то газетная вырезка, да? А почему я могу так проверять? Может, еще и в урну можно, да? Да ладно, и в урну можно посмотреть. А зачем? Вот он говорит, что Фредди я могу прогнать, если просто открою дверь и посвечу на него фонариком. А еще я слышал, что говорилось о Фокси. Окей, значит, здесь три выхода, да? Две двери и окно. А еще я почему-то могу смотреть в разные урны. И какого это хрена, значит? Ну-ка, давайте посмотрим на камере. Пока все спокойно. Так, лады. Что у нас там во дворике? А никого-то и нету. Ха, не хотят ко мне в гости притопывать. Это вот аниматроники во второй ночи так самоуверенно топали прямо к дверям. А вот почему я могу смотреть в эти шкафчики? О! Кто-то постучал. Здорово. Мать твою, что? Что я сделал не так? Я же посветил. Ну и что? Ничего не понял. Так, ладно, давайте еще разок. Может быть... Ну, это очевидно, смотрите. Нельзя, чтобы я на него посмотрел, да, правильно? То есть я на него смотрю, я подыхаю. Следовательно, возможно, его нужно полить как-то через камеры и прогонять, да? Ну вот про Фредди он четко сказал, что Фредди нужно ослепить фонариком. Значит, Фредди нужно мониторить по камерам, находить, где он, и ослеплять. Кто там стучит? Ну-ка, 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 подожди. О, Фокси. Ну-ка, что, могу что-нибудь с ним сделать? А, твою мать! О, боже, так, подожди. То есть я его прогнал, да? А, вот как это работает. То есть мы смотрим на камеру и прогоняем Фокси. Он боится камеры. Он очень стеснительный мальчик. Он боится объектива. Ну, бывает. У всех, наверное, такие фишки есть, да? Так, ладно. Давайте подытожим. Фокси гонять только камерами, а вот Фредди надо гонять, непосредственно посветив на него. О, здорово, бро. Ты Фредди? Так, подожди. Это вот по центру. А где он? Его нет. О, вон там Фокси, по-любому, вон, уши, видите, уши. Потяни, ну-ка, подожди.
Твою мать, хитрая лиса! Да, прогнали, ублюдки. Что? Чика? Что-то стена? Ты о чем, бро? Вот! Боже! О, часик ночи. Мы неплохо держимся, да? Так. О, Фредди был там. Пошел прочь. Что такое? О! Что это? Друзья, какого хрена эта поганая курятина лезет через мою стену? Это не круто. Так, подожди. Там постучал вроде бы Фокси. Здорово, бро. Ну-ка, пошел прочь. Так, а что мне нужно делать? Он говорил что-то про кейки. То есть про кексики. А мы все знаем, что Чика любит кексики, да? Подожди. Эта хитрожопая скотина двигается только тогда, когда я на нее не смотрю. Вот хитрая. Кексики, да, говорит, какие-то? А, подожди. Так я же не просто так ищу эти вот места. Может быть, здесь кексики лежат? О, точно, один нашел. И что? Тебе типа его дать или как? Бро. На, ну не двигайся, стерва. Так, подожди, как ей дать кексик? Опа. Тихо. Там кто-то постучал. А это, наверное, Фокси. Привет, бро. Ха-ха, два ночи. Так, друзья, что делать-то с ней? Она уже почти вылезла. О. Она даже так может делать. То есть она вылазит и бежит за мной, как совершенно дикая, обезумевшая курятина. Вот это новости. А почему я об этом не знал? Так, подожди. Вот капкейк, то есть... Найдите все капкейки в этой комнате. Нужно слушать скрежет. И тогда мы поймем, где они лежат. То есть они, то есть их много, не один. То есть я нахожу все, и тогда курятина пропадает. Правильно? Окей, ладно, еще одна попытка. Вот она здесь. Вот он сказал вроде бы три штуки надо найти. Три капкейка. О, во, первый, нашел. Ха-ха. Тихо. Здесь второй по-любому. Нет. По звуку где-то здесь. А, они кричат, они визжат. А где еще один? Вот Фокси пришел. Или нет, подожди. Мне что, показалось? Да быть не может. А, вот он. О, божечки, тихо. О, курятина ушла. То есть я нашел все три кексика, да? Вот как это работает. Ладно, хорошо. Возможно, какой-то кексик может быть снаружи, да? То есть мне же не просто так дают камере помотать. Да что опять? А, опять курятина пришла. Боже. Так, проверяем здесь. Первый готов. А ну, тихо молчать. Второй готов. Опа. Постучал Фокси. Вон, стоит. Прогоняем ублюдка. Пошел прочь, гадина. Так, а где еще какой-нибудь... О, подожди. Вон, видали? Он снаружи, на скамейке. Ха! Вот, все, друзья, вот так это работает. То есть чизкейки, чизкейки или кексики, да? Их можно находить либо здесь, и в четырех местах. То есть два шкафчика. Бонни разбил твою камеру? Это как? То есть сейчас придет Бонни, да? Воу!
Пошел прочь, Фокси! Это что было только что? Фокси, а ты не зачастил? Случайно к нам в гости, а? Так, надо чизкейки искать. Срочно. Первый. Здесь нету. Второй. Он говорит, нужно игнорировать Бонни. Но как я буду игнорировать-то? Где еще один чизкейк-то проклятый? Нет, здесь мы уже поняли, что здесь ничего нет. О, вот он, посмотрите. А, твой... Охренеть. Так, Чика мы прогнали, но, по ходу дела, Бонни поломал мою камеру. И что вы мне прикажете теперь делать? А как? Скажем, как я прогоню Фокси? Не, бро, серьезно, а как я буду прогонять Фокси, когда... Это Фредди, ладно. Не, серьезно, а как починить камеру? Кто-нибудь знает? А вдруг там Фокси, а я его не смогу прогнать. Боже, теперь еще и это пришло. Так, кексик я взял. Боже. Второй кексик. Так, прогоняем Фокси, он здесь, я его слышал, да, вот он. Да, прошел про... О, твою мать еще! Да хватит моей камере ломать! А где чизкейк-то? Боже! Ну откуда я знал, я его только что прогнал? Из другого... из окна. Как он так быстро сюда попал? Надо подумать, что же делать с Бонни. Я так понимаю, что нужно наоборот... Скорее всего, наоборот, да? То есть Фокси, нужно на него долго смотреть, чтобы его прогнать. А вот Бонни, наоборот. Как только мы увидим, что там Бонни, надо моментально закрыть камеру. Выйти из компа, чтобы он не успел ее поломать, правильно? Потому что мы его палим, он замечает камеру, и он ее ломает. Но если мы очень быстро закроем монитор, он не успеет заметить, где камера, и все будет в порядке. Именно так и поступим, друзья. 16:00, продолжаем. Иди сюда, родимый кексик. Вот Чика лезет. Хочет вкусняшку. Боже. Где еще два? Срочно. Походу, дело они все за дверью, да? Вон. О, Фокси. Это был Фокси, да? Фух, я думал Бонни. А почему это их два? А ну пошел прочь! Реально, два одновременно Фокси. Его прогнало вот отсюда одного. Вау! Отсюда и еще и в окне. Ну вы зашибись, конечно, играете. А! Бонни. Там был Бонни. Бонни не трогать. Но где еще один кексик? Ход дела он там, за окном. Да. Фух. В последний момент прогнал Чику. Главное, чтобы Бонни не попался. Я не хочу, чтобы он моей камеры... А! Это Фредди. Ладно, это Фредди, нормально. Сейчас мы его прогоним. А ну, кыш. Так, палим. Нет. Он слева, да? Вот он, Фокси. А ну, пошел прочь. Нечего здесь ловить. 5 часиков, друзья, 5. Оу, Чика. Так, один есть. Второй есть. А где еще один? Наверное, где-то за окном или за дверью, да, по-любому?
Вон она. Вон кексик-то. Что? Кто меня убил? Фокси что-то там... А кто меня убил? Эй! Я прогнал Фредди, взял кексик и меня убил, видимо, Фокси. Но как? Его там не было. Хотя, возможно, это какой-то баг, мол, когда взял кексик и прогнал Фредди, внезапно там на долю секунду появился Фокси, да? Рандомно. И он просто не успел появиться, потому что сразу же сработала анимация скримера. Но все равно это довольно странно. Ну ладно, давайте еще разок. 5 часиков ночи. Это все, конечно, очень круто, бро. Но он мне поломал все-таки 3-й монитор. Мне придется тупо молиться, чтобы Фокси не пришел через окно. Твою мать. По-моему, это нереально, да? Кексик. Вот здесь. А где еще? Второй? А третий где? А, вот он, Радим. Что? А, все, начинает штырить, да? Круто. Главное, чтобы он через окно не пришел. Бро, пожалуйста, не заходи в окно. Не надо. Привет. Уйди, ублюдок, нахер отсюда. Проклятый кролик. Ух ты. Плакат засветился, да? И появились еще какие-то непонятные хрени. Все такое необычное. Кексик вижу где. А Фокси больше нет нигде. А где Фокси-то? Может, его хозяин установил? Моя задача просто собирать кексики. Божечки. Давай, еще один. Ага, вот сюда. Прогнали Чику. Ух ты, такая темнота. А почему у меня все отключилось? Окей. И что это, блин, должно означать? Нет, бро, подожди, а что мне делать? Я боюсь выходить. Из-за компа. Пришел, значит, через дверь какой-то аниматроник? Я прошел или нет? Так, я не знаю. Ну, возможно, так и должно быть, да? Окей, какого хрена? FNAF 4, FNAF 3, комбак. А, подожди. Я так понимаю, что я должен его много и чаще ослеплять, да? Только тогда я смогу пройти. То есть я прошел, по идее, уровень, но я очень мало ослеплял Фредди. Поэтому он меня захавал. Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Я так мучился, чтобы пройти эти 6 часиков, и в итоге вы мне говорите, что нужно было чаще ослепить Фредди. Откуда я знал об этом? Мать твою! Уру-ру, бро! Наша задача как можно больше кексиков найти. Второй. И зайди! Нечистая сила. Где там еще этот Фокси, блин, сидит? Так, прогнали, да? А вот и Фредди. Тебя надо пугать. Да побольше, а то ты меня убиваешь. А когда меня убивает... Ну, понял. О, о-о-о, там Бонни был. Главное, чтобы он не попал в поле зрения.
Ну, поняли, да? Чего? Так, здесь кексика нет. Здесь кексика нет. Здесь... А, здесь Бонни. А, Фокси, Фокси, где-то здесь. Он постучал. Садись, мать твою. Так, прогнали. Здесь нету его. Воу, подожди. Я же прошел, да? Я его прогнал. Да! Да, детка! Мы смогли это сделать. Только с вашей поддержкой и помощью, друзья. Я чувствовал, как вы сжали кулачки и скрестили пальчики ради нашей победы. Вы мне помогли. Спасибо огромное. Фух. В газете написано, что отменено. Новая игра FNAF остановлена. А почему? Скотт Каутен анонсировал что-то там. Популярную игру в серии хорроров «Пять ночей с Фредди». Но, к сожалению, игра была отменена. Почему? Хм. И потому что... игру раскритиковали, да? Вот пониже написано, потому что была критика. Хм. Подозрительно. Ну, забавно, что это игра во вселенной FNAF, и здесь даже есть Скотт. Но кто главный герой, как они связаны с этим Скоттом, это, видимо, нам и предстоит узнать. Да, было непросто, но мы это сделали так. Что у нас там дальше? На, бейсмент. Подвал. А почему его нельзя открыть? Или можно? Откройся. А, он уже открыт. Все. Подвал, друзья. Подвал. Это, видимо, что-то реально эпичное. Но обо всем этом в следующей серии прохождения The Joy of Creation. Режим истории. Спасибо, друзья, за внимание, за вашу поддержку. Непременно поддержите видео пальчиком вверх и вступайте в мою группу ВКонтакте. Там все новинки, все опросики, все самое важное. И, конечно, друзья, сохраняйте позитив и ваше здоровье. Это вам пригодится, чтобы смотреть мои видео прохождения. Всем пока-пока.